Впереди Братеевский мост. Джонни Кэш. У меня на паузе. Но, к сожалению, ну... Кстати говоря, вот еще раз говорю про Элвиса, да? Вот как у него велись дела, пока он как пребывал здесь, в нашем мире, так точно и сейчас никому нет дела. Поэтому на YouTube спокойно можно транслировать Элвис, и YouTube тебя не блокирует. То же самое при жизни. Никто не занимался. У него был антименеджмент, понимаете? Вот так надо, как говорится, вот таким нужно быть артистом. Что у тебя антименеджмент, а ты все равно... Элвис круче всех по определению. Да, это так и есть. Просто по определению. Изначально. Ну, друзья мои, альбом Rolling Stones, это уже, ну, после 2000 года. Ну, отсюда я слушаю заглавную песню, и тут у меня есть бонус-трек. Вот видите, вот что такое настоящие злые рокеры. В общем, там «Симпатия к дьяволу», такой ремикс, как бы, немножко современной обработочкой. Но это то же самое, как «Little West Conversation» Elvis, если вы слышали. Тоже он в начале нулевых стал хитом номер один. В каком-то фильме даже он был, не в одном. Но, что называется, одно маленькое движение великих старых в современном мире уже будет исполнено такого блеска, что... Короче, пора нам сворачивать на МКАД, ребятки.